А сейчас закрываем крышкой и полчаса ее не тревожим. Лето есть лето. Привет, друзья! Сегодня готовим скумбрию с овощами в казане. Блюдо безумно вкусное и диетическое. Море витамин и легко готовить. Смотрим продукты. Для приготовления скумбрии нам понадобятся такие продукты. Скумбрия, 5 штучек. Морковь, перец сладкий, лук, зелень, вино, к рыбе и на рыбу, масло растительное и томаты. Начинаем готовить. Займемся нашей скумбрией. Первым делом порежем лимончик. Он пойдет к рыбе. Рыбку я помыл, выпотрошил. Мы сейчас ее разделываем на кусочки порционные. Хвост убираем. Скумбрию поделили на порционные кусочки. Давайте ее присолим немножко. Скумбрия такая нежная рыба. Надо с ней быстро работать, а то она при такой температуре вся развалится. Пересыпем лимоном и отправим в общую чашку. Пока мы будем заниматься овощами, она немножко промаринуется. Но я ее не буду требушить, а то она развалится. Нежная такая. В чашке все перемешается. Переложим ее аккуратно. Лимончик, чтобы подбить рыбий запах, так сказать. Не все любят рыбный запах. С овощами поступаем следующим образом. Томаты мы зальем кипяточком и снимем с них кожицу. И разрежем на мелкие части. Морковь. Морковь натираем на крупной терке. Овощей нам надо много. Нам надо создать подушку под нашу рыбу овощную. С морковью закончили. Режем лук и перец. Лук режем полукольцами. Перец болгарский. Вычищаем, нарезаем. В это блюдо мелко ничего не резать не надо. Она будет тушиться, чтобы видно было продукты, а не кашу. Друзья, как хорошо летом готовить. Такие свежие, яркие, сочные продукты. Просто одно удовольствие готовить. Солнышко на дворе. Все, закончили мы с подготовкой овощей. Начинаем растопку нашей печи и ставим наш 12-литровый казан. И начинаем все обжаривать. Наша печь готова к работе. Ставим 12-литровый казан. Наливаем масло растительного 150 грамм. И даем разогреться. Первым делом вступает лук. Обжариваем его до золотистой корочки. До золотистого цвета.
все время помешиваем. Добавляем морковь. Пусть они вместе тушатся. Томаты, очищенные от кожицы, ошпаренные кипятком. Вся эта красота тушится еще 10 минут. Процесс продолжается. Уже очень красивые цвета, разноцветные. Так, добавляем 3 лавровых листа. И перец наш разноцветный. Я весь не буду, оставлю чуть-чуть. Немножко потом высыплю. Так, мешать не будем. Сейчас сразу перчим и солим. Душистым перчиком сперва. И немножко присолим. Рыба у нас соленая, поэтому смотрите, не пересолите. Ну, теперь можно и перемешать. Сейчас 5 минут и будем рыбу укладывать. Прошло 5 минут, у нас подушка овощная под рыбу готова. Начинаем укладку скумбрии. Но прежде мы высыпем приправу для рыбы, у меня есть. Хватит. Достаточно. Укладываем рыбу. Погружаем ее прямо в овощную смесь. Скумбрия вся наша поместилась. Можно ее немножко овощами присыпать. Огонь в печи на минимуме. Хорошо. Добавим немножко жидкости. А жидкость это будет наше белое вино к рыбе. Нальем миллиграмм 250. Достаточно. Рыбка наша покрылась жидкостью. Огонь небольшой. В конце мы добавим оставшийся болгарский перец и зелень. А сейчас закрываем крышкой и полчаса ее не тревожим. Пусть она постепенно тушится. Ждем полчаса. Прошло 15 минут, посмотрим. Ну что, давайте добавим последний штрих к нашей картине. А это будет у нас остатки болгарского перца. И зелень. Зеленый лук и укроп. Красота. Лето есть лето. Все пахнет. Закрываем и ждем еще 10 минут. Прошло еще 15 минут. Наша скумбрия готова. Будем набирать. Набирать как-то надо осторожно, чтобы ее не поломать. Сейчас я наберу и потом вам покажу все. Вот такая красивая скумбрия с овощами у нас получилась. Друзья, вы посмотрели процесс приготовления. Он очень легок.
А результат очень вкусен и полезен. Так что вперед, дерзайте, повторяйте. До встречи на канале.